Открывая совещание, глава городского поселения Одинцово Александр Гусев отметил, что вопросы, связанные с городским жилищно-коммунальным хозяйством, находятся на постоянном контроле администрации. Оба подразделения в 2016 году выполнили значительный объем работ. В ведении отдела, занимающегося проблемами эксплуатации зданий и сооружений, развитием инженерной инфраструктуры, находится поставка населению всех видов коммунальных услуг и содержание муниципального жилого фонда. В исполнении возложенных на отдел задач в 2016 году были выполнены следующие мероприятия. Первое. Капитальный ремонт. Формирование и утверждение ежегодного плана региональной программы капремонта 2017 год и последующие периоды. Мониторинг собираемости взносов за капремонт управляющими организациями. В адрес регионального оператора фонда капитального ремонта организовано и осуществлено перечисление средств собственников помещений на квартирных домов в виде взносов на капитальный ремонт, в том числе из бюджета городского поселения по помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в размере 40 миллионов 468 тысяч рублей. В течение года отдел контролировал работы по развитию уличного освещения и повышению его энергоэффективности, замене 92 лифтов и ремонту кровель. В зону его ответственности входили и задачи по субсидированию ряда работ. Отдел, курирующий деятельность управляющих компаний, в свою очередь отслеживает юридическую чистоту и законность проведения конкурсных процедур, связанных с управлением жилым фондом. Проведено 28 открытых конкурсов по 46 квартирным домам, из которых один был отменен по причине выбора собственника помещений и способа управления. Были согласованы балансы по расходу ресурсов для ресурсоснабжающих компаний «Одинцовский водоканал», ООО «Теплоэнергосервис», «Московский насосный завод», «СМУ-158» «Трашинстроя», ООО «Теплоэнергосервис», «ТК «Давиль» и «УНР-858». Одним из главных направлений деятельности обоих отделов является работа с обращениями граждан, что для сферы ЖКХ имеет особое значение. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».